Моя близкая подруга, с которой... Знаешь, у меня остался комментарий, оказывается, под... я об этом не знал. Под новостной сводкой, которой, типа, 10 лет. Видео на Ютубе с репортажем, где написал, это была моя девушка, она погибла. Типа, ты не видел этого? Он залайканы сейчас там. Типа, нашли это видео с инцидентом, и там мой комментарий от другого аккаунта. Вот. И... Короче, я очень хорошо помню, что... Точнее, мне мама рассказывала. Мы с ней, я сказал, что как будто это для меня прошло менее болезненно, чем я помню. Ну что ж, сейчас я вспоминаю, и для меня эта история кажется не такой болезненной. Она говорит, типа, ты врешь, что все было по-другому. Я помню часть истории не помню. Короче, что как будто наш мозг пытается сгладить все неровные углы и помнить максимально позитивный момент. По ее словам, я шел из музыкальной школы, и у меня выключен телефон всегда, когда я там учился. Я выхожу, включаю, она вся в слезах. Идет мама и звонит, говорит... Тем вот так-то и так-то, типа, Даша погибла. Нет, стоп, она не сказала, что она погибла, она сказала, что она в больнице. А вместе с мамой. И случилась автокатастрофа. И я стою, и я просто не понимаю. Потому что мы должны были увидеться завтра. И, или сегодня. Типа, мы договаривались, потому что я приехал с отдыха, я пропустил часть сентября. И это должен был, типа, быть первый день. Когда мы увидимся, она в этот день погибла. Вот, и мама подбегает, а я в слезах. И у меня, короче, подкашиваются ноги. Типа из-за этого. Я этого не помню. И мы с ней идем до метро. Я просто, типа, не могу ходить, потому что меня это, видимо, тогда сильно шокировало. Вот. И изначально ей звонили мои одноклассники на домашний телефон и говорили, что, типа, Даша погибла. А мама думала, что это ее пранкуют. А потом узнала, что это так. Я не знаю, почему она мне сказала, что она жива. Зачем? Видимо, чтобы не травмировать еще больше. Хотя правильнее было бы сказать все, типа, напрямую. Вот. И у меня... Лично я как помню. Что все самое жесткое началось позже этой аварии, потом. При осознании приходит, как будто позже. Я прихожу в школу на следующий день, и я иду вдоль парт, я как сейчас помню, и мне все похлопывают по плечу. И я сейчас это вспоминаю и думаю, простите. Что? Зачем? Что вы делаете? Причем у нас была учительница, и она такая... К ней заходит другая учительница и такая, типа, вот, Даша погибла. Она такая, ужас. Ну ладно, начинаем урок, и прям вообще, типа, всем как будто вообще насрать на это. И какие-то ненастоящие вот это утешения со стороны взрослых, я понимаю, что им абсолютно плевать, что за свою жизнь не столько этого дерьма всякого увидели, что они просто, ну, типа, скорее делают вид, как мне кажется. Журналисты лезли в школу, как мне рассказывали, очень много. Была какая-то история с «Пусть говорят», что приглашали... маму Даши, на «Путь говорят», я думаю, ну вы вообще. И самое в этой истории, вот прям вишенка на торте, это прощание, ритуальный процесс и похороны. Дети, 11-12 лет, маленькие девчонки и мальчишки, класс, по-моему, 4 или 5, могу ошибаться. И мы едем на автобусе на эту церемонию, и там стоит поп, которому занесли там, типа, 3000 рублей, чтобы он это все делал. Никогда мне это не нравилось. И гроб. Вокруг него стоят дети и плачут. А я вот это я очень хорошо помню. Я просто стою, и у меня никаких эмоций. Я думаю, это как-то ужасно. Причем я понимаю, как плевать попу вот этому, которого заказали, который ежи изи на небесе, вот это все, но это просто жесть. И Мишка, мой школьный друг, говорит, типа, хлопает по спине и говорит, типа, поплачь, там, не сдерживайся, поплачь. Я поворачиваюсь на него и говорю, я не понимаю, я не могу, просто не могу. Потому что я правда не понимал. И самое последнее — это похороны. Это Новосибирск, соответственно, за Новосибирском там уже находятся всякие кладбища, все кладбища в России, кроме каких-то там московских или питерских, где похоронены какие-то великие люди, это, как правило, калиточка и кучка земли. И еще таджики, которые ямы копают, и... Вот мы с тобой реально сегодня обсуждали. И могильные плиты на въезде, которые продаются с и венки там всякие вот эти. И мы сидели с подругами Даши на похоронах в этой метр на метр там вот этой калиточке. И кушали блинчики, которые приготовила ее мама. Мне тяжелее всего было смотреть на маму. И до сих пор, если честно, если мы встретимся, мне будет очень тяжело. Вот это самое. Типа, я не знаю, что такое потерять ребенка. Я думаю, это жесткач для человека, который... Ну, который там не думает об этом все, что там, да, зачем мучиться, а просто для человека обычно. Вот. И я помню, как мы ели блинчики, и потом нам надо было по очереди подойти и приложить руку к могиле, к
этим самым, к земле, к кучке земли, и сказать что-то. И я подошел, и мне нечего было сказать. Вот как раз как в песне, потому что я не понимал, что происходит. Я думаю, что эта история оказала на меня влияние спустя годы, когда я начал анализировать и думать, а что же произошло. Как-то отразилось на мне. И наверняка это как-то отразилось, но я не могу подметить момент, когда. Мама в этом плане, как наблюдатель за своим чадом, больше обо мне рассказывает и говорит, что для меня это было, сумасшедшее время, что это меня как ребенка втаптывало в грязь, но я этого не помню. У меня абсолютно другие мысли, вот мы с ней здесь не сходимся. И, наверное, знаешь, спустя годы я могу заявить, что скорее это травмировало как будто моих одноклассников больше, типа, чем меня. Как будто для них это остался такой жесткий шрам. Для меня тоже, но для них сильнее. Как будто, я не знаю, может быть, это там Богу так надо, чтобы я в тот момент был таким и так себя чувствовал. Но не знаю, это же скач.